Добро пожаловать на наш канал, где вы получаете сообщения напрямую от ваших ангелов. Послушайте сообщение, которое пришло сегодня. Мы знаем, что иногда вам хочется увидеть мгновенные результаты, но жизнь не всегда работает так. Это как посадить семя и ждать, что оно сразу превратится в раскидистое дерево. Все имеют свое время и процесс, светлый человек, и важно научиться их уважать. Иногда нужно наблюдать природу вокруг. Подумайте о новорожденных, растениях, которые растут, и продуктах, которые созревают. Каждый из этих процессов занимает время и не может быть ускорен. Так же, как младенец не может стать взрослым за одну ночь, нельзя ожидать, что ваши цели и мечты осуществятся мгновенно. Понятно, что хочется видеть быстрые результаты, особенно когда начинаешь что-то новое или сталкиваешься с трудностями в жизни. Но правда в том, что магические процессы, к которым вы стремитесь, уже имеют свое время. Все, что создается в этом мире, от произведения искусства до прочных отношений, требует времени и посвящения для полного развития. Это совет, который вам нужен сегодня. Не расстраивайтесь, оставайтесь в хорошем настроении. Верьте в процесс. Доверьтесь тому, что семя, которое вы посадили, вырастет и принесет плоды в нужное время. Не унывайте, если все происходит не так быстро, как вы ожидали. Помните, что каждый шаг приближает вас к цели, даже если вы этого сейчас не видите. Ваше счастье не должно зависеть от конечных результатов, выполненных задач или достигнутых целей. Учитесь наслаждаться и ценить каждый небольшой прогресс. Празднуйте свои достижения, какими бы маленькими они ни были, и сохраняйте надежду в своем сердце. Практикуйте терпение во всех областях своей жизни. Учитесь ждать с спокойствием и уверенностью, что все сложится так, как нужно. Помните, что самые ценные вещи в жизни часто требуют времени и усилий. Но конечный результат того стоит. Доверьтесь тому, что семя, которое вы уже посадили, вырастет и принесет плоды в подходящее для вас время. Сегодня ангел, который всегда рядом с вами, хочет сказать вам что-то очень важное. Я здесь вместе с архангелом Михаилом. Мы окружаем вас так, как вы даже не можете себе представить. Хочу, чтобы вы знали, что в этот момент все божественные силы, архангел Михаил и я объединили наши силы ради вас. Мы работаем, чтобы обеспечить вам поддержку и защиту, не только вам, но и вашей любимой семье. Важно признать благословение иметь этих замечательных людей рядом с собой. Несмотря на трудные дни и ошибки, которые совершают все, ваша семья – это драгоценный подарок, который дал вам Бог. Признаю ваши большие усилия по поддержанию гармонии с близкими. Вы действительно смелые и мудрые, потому что способны прощать, понимать и быть добрыми к тем, кто вас окружает. Этот путь любви и понимания обогащает не только вас, но и принесет множество благословений в любви, работе и семье. Помните, что любовь, которую вы дарите семье, всегда возвращается к вам умноженной. Сохраняйте свое сердце открытым и разум в покое. На горизонте видны большие радости и уникальные моменты. Это число энергии, доступной во Вселенной сегодня для вас. Начните вибрировать с 2, 6, 1. Этот момент важен, так как он знаменует начало чего-то важного в вашей жизни, особенно в том, что касается мечты. Соединитесь с этой фразой «чувствую, значит существую». Повторите «чувствую, значит существую». Пришло время соединиться с вашими самыми глубокими эмоциями и позволить им помочь вам в создании новой мечты. В этот момент сильное влияние оказывают земля и вода, то есть материя и эмоции.
Позвольте себе исследовать свою самую креативную сторону и свои самые смелые мечты, но при этом оставайтесь приземленными. Речь идет не о том, чтобы потеряться в фантазиях, а о том, чтобы использовать их как инструмент для вдохновения и проявления своих желаний в реальности. Чтобы подготовиться к этой трансформирующей энергии, найдите моменты тишины в своем повседневном дне, посвящайте время медитации, размышлениям и соединению с собой. Внимательно слушайте, что ваше сердце хочет сказать вам, и верьте, что ваши инстинкты направят вас в правильном направлении. Помните, что это момент начала посадки семян ваших мечтаний. Не ждите мгновенных результатов, а доверяйте процессу и продолжайте идти вперед с решимостью и оптимизмом. Чего хотят ангелы от вас сегодня? Дорогой мой, представьте на мгновение, что вы видите себя не из собственного разума, а глазами Бога. С этой точки зрения ваше существо расширяется за пределы того, что вы считали возможным. Бог, в своей бесконечной мудрости, видит вас как безграничное создание, полное потенциала и способностей, выходящих за рамки вашего текущего понимания. Когда вы выравниваетесь с видением Бога для вас, ответы и решения ваших проблем становятся безграничными. Вы больше не ограничены собственными самоограничениями, а открываетесь потенциалу Вселенной и Божественной мудрости, которая течет через вашу жизнь. Важно помнить, что ваш конечный разум — лишь малая часть бесконечного разума Бога. Вы — канал, через который его мудрость и сила проявляются в мире. Признавая эту священную связь, вы освобождаетесь от цепей ограниченного мышления и обнимаете свою истинную божественную природу. Сегодня родилась новая мечта, я благословен и счастлив, потому что она станет реальностью. Сегодня родилась новая мечта, я благословен и счастлив, потому что она станет реальностью. Так и есть и так будет. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос, светлый человек. Какая мечта вас вдохновляет и с какой мечтой вы готовы связать себя? Готовы ли вы к тому, чтобы эта мечта стала реальностью? Оставьте свой ответ в комментариях, чтобы получить божественное вдохновение, в котором вы так нуждаетесь. Подпишитесь на канал. Мечтайте и стремитесь изо всех сил, и не сомневайтесь, что эта мечта осуществится. Спасибо, спасибо, спасибо.